Небольшой спектакль. Жила себе, была на свете муза, не хуже и не лучше прочих муз. Был дом у музы, в нем три карапуза. Детишки, значит, и законный муз. Зеленый муз когда-то был патом, не хуже, даже лучше прочих был. Но как женился, позабыл об этом, а может, делал вид, что позабыл. Но представьте себе солнце да без лета, представьте себе песню, но без нот. Представьте себе музу без поэта. Представили? Ну вот, ну вот, ну вот. Вначале эта муза вдохновляла, поэта быстрое и ловкое перо. А после вдруг детишков нарожала, тут как-то повернулось все хитро. Вдруг выяснилось, хочет есть детишки, деньгов не хватает, чтобы жить. И вот для нас, не дописавши книжки, пришлось перо поэту отложить. А ну представьте себе, солнце да без лета, представьте себе песню да без нот. Представьте себе музу без поэта. Представь. Ну вот, ну вот, ну вот. Он как мужчина в руки взял лопату, купил рубанок, гвозди и молоток, освоил дрель, а также перфоратор, а также этот, не знаю зачем, упаковочный станок. Теперь он грузит, строит, разгружает. Теперь стоит он прочно на земле. Единственная музу раздражает, когда приходит муз на веселе. Придет ты спать, не басен и не песен. За 10 лет не выдал ни строки. Он добрый, но он так неинтересен. Так что же, музе сдохнуть, что ли, от тоски? Ну вы представьте себе, солнце-то без лета, представьте себе песню да без ног. представьте себе музу без поэта.
терпела, сколь могла она. И вот то было в мае или в начале лета. Мус на работе вышла погулять. Кто ищет, тот найдет. Нашла поэта. И ну, того поэта, значит, добавляю. И благодаря все эти строки и много всяко разно прочих строк сложились торопях. Но вы не будьте слишком строги, поскольку музе очень важно в срок прийти домой, где проживает муза. Лучше прочих муз. Есть дом у музы, в нем три карапуза. Четыре. Детишки, значит. И законный мозг. А вы представьте, синее солнце да без лета. Представьте себе песню да без нот. Представьте себе музу без поэта. Представили, представьте себе музу да без лета. Представьте себе солнце, но без нот. Представьте без чего-нибудь поэта. Ставили. Ну вот. Не маскляр. А слушай, может, мы тогда, раз мы так хорошо присели. Да, это самое. Давай попробуем. Или маргаритку потом оставим.